на своем канале. Да, замечательный день сегодня. К концу движется ноябрь. И усиливается шторма в Уфе. Это серьезно. Так, 4 балла есть, но на 5 находит. На 5 балл. Приезжайте в гости к нам. Прекрасная пора для отдыха. Между прочим, гости из Екатеринбурга приехали. У меня там есть видеоролики. Плавают в нашем море гости из Екатеринбурга. У них уже минус 17, и это им большую радость. Вода, по-моему, плюс 12-13, кажется. Но сейчас идет восточное течение. Ливан. Это замечательное время. Вода теплая и не снижается. Но море у нас не замерзает, дорогие мои. Потому что нейтральные воды отсюда 25 километров. Классно. А барашки белые формируют волну. И формируют. Подписывайтесь, ставьте плюсики, приезжайте в гости, дорогие друзья.